Привет, моделисты и моделистки AK, Crazy Russian, город Цинциннати, штат Огайо. Кто первый раз, ребят? Девчат, я живу в стопроцентной англоговорящей среде, пытаюсь говорить по-русски. Иногда не очень получается. Большое спасибо всем за корректировку. Так, теперь. Сегодня будет фан. Я очень люблю троллинг, и он очень тонкий, и это просто супер. Но, ребят, я хочу вас пригласить тоже на... У меня еще два канала есть. Один такой трэшевый, настоящий. А комментарий был такой. Я уж с вашего позволения. Значит, разговор был с зацепки, что они такие вызывающие, да? Но цвет моих напальничков еще больше диссонанс вызывает. Ладно. Кстати, я заказал... Я уже заказал голубые. Я давно хотел, но просто не было. Заодно я там еще, чтобы бесплатная доставка на Амазоне была, заказал еще этот самый, кстати, штангель-циркуль, да. Так, ладно. Про каналы. Так, теперь сейчас посмотрим каналы быстро, ребят. Так что, for fun. Windows, да, отлично. Вот этот канал, он такой трэш там, да. И ненормативная лексика, но в общем все положено. Как положено. Так, есть и другой, более такой приличный канал, вот AK Plus USA, и два еще канала про модели. Кстати, здесь основного нет, но вот если мы зайдем на AK Plus, да, опа, там про тачки, про семью, там про все. Вот это основной канал, DCC Train Live, где я делаю стримы, когда есть возможность, долгие. И вот этот наш DCC Train Plus. Окей? То есть, добро пожаловать. Сейчас еще раз на трэш перейдем. Вот он. Привет, ребят. Там прикольно. Про всякую лабуду. Так, далее. Ну что, будем держать наши модели более по-серьезному. У нас side camera. Так. Перед тем, как я буду показывать следующий обзор на этот Tengen вагон, на которой дышать, ну, лучше очень аккуратно. Вот. Я покажу вам сцепки, ребят, потому что я вижу, это тема бурлящая такая. Так вот, сцепки на обеих вагонах Кейди. Давайте возьмем вот такую указочку. Так. Значит, это scale coupler. Это потому что у нас сейчас очень много новичков. Или европейцы, кто мало использует Кейди. Это стандарт каплер. Так, вот смотрите. Они этот не крашеный такой, причем супер вообще. Вот чуть-чуть пыльнуть. А это стандарт. Пардон. Этот скейл каплер. Вот у него две такие риски с другой стороны. Сейчас покажу. Кстати, видно это на вагоне. Видно, не видно? Стараюсь. Да, вот такие две точки. Ну и размер, соответственно. Смотрятся они, конечно, круто, все ништяк. Но если у вас хеликс не очень четко сделан, если у вас макет не очень четко сделан, особенно на Train Show, вы видите, там люди бегают, там догоняют эти рассыпившиеся. И только из-за этого. Если у вас все идеально, конечно, Scale Couplers это круто. Ну вот, покрашено это все было профессиональной компанией, да. Кто занимается этим, мне ее продали с хорошим дискаунтом, я даже не ожидал, на Train Show, говорит, DCC Train, в 2016 году в Индианаполисе. О, мы вас знаем, вы так вот, вам супер дискаунт. Я говорю, нет проблем. Вот. Ну что, сейчас я вам покажу, как это сцепляется, и, конечно же, вот это, ну, ребят, куда, какой краской. Rapid вообще молодцы, наши ребята, кореша. Наверное, они получают каждый раз какие-то там их тумаки за это, но продолжается. Но это Китай тоже, знаете, это не здесь, в Торонто делается, это все в Китае. Сейчас я вам покажу, как это расцепляется. Мне нужно мое увеличительное стекло. Кто не знаком с Кейди, так вот зацепляется. Да, к примеру, если у вас там на Train Show легко можно видеть там 80, 100, 120 вагонов. Таким сумасшедшей.
И вот вы видите, ребята бегают с такими небольшими палочками. Либо дедушки, у них такой П-образный с двух сторон магнит, и они это дело размагничивают. Я никогда, у меня не получалось это размагничивать хорошо. Короче, вам надо свистнуть машинисту, чтобы он сдал назад, и в натяг это все пошло. Потом вот таким движением, так вы берете и смещаете, и свистите машинисту, чтобы он потянул вперед. И все. Ну, то есть это должны оба, так сказать, капроров быть под натягом мощным. Просто так, если она отдельно стоит, отдельно стоящая, это не очень хорошо работает. Сейчас я попробую сделать, но вряд ли. То есть, ну, что-то в этом духе, потому что эту я держал, а вот это вот в свободном, так сказать, полете. Из-за того, что колеса просто супер классные, да, вот, зацепляются они нормально. Я много слышал нареканий, там после покраски бывают проблемы, но нет. Это запылено было прям с этим самым, с пружинкой. И здесь тоже ребята вряд ли снимали, но они очень аккуратненько сделали. Я чувствую, что вот это акрил. Потому что сам Кейди, он чем-то обработан сверху, это не просто металл сверху. Он не будет, ну, ржаветь или что-то с ним будет. Единственное, что запаситесь пружинками, потому что это все, пружинки иногда теряются. Ну, такая вводная перед тем, как мы перейдем на обзор вагона Tengen. Спасибо, ребят, еще раз за поддержку. Очень классно. У нас всегда отличное настроение, дружелюбно и ништяк. Давай!